Сегодня во всех муниципалитетах края прошли ярмарки вакансий. На мероприятии, которое состоялось в нашем городе, более 300 соискателей смогли познакомиться с предложениями по трудоустройству. На ярмарке вакансий под названием «Планета ресурсов» побывала и наша съемочная группа. В Белореченском центре занятости населения на учете состоит почти 400 наших земляков. И это только зарегистрированные безработные. Сколько ищут работу самостоятельно, неизвестно. Поэтому ярмарки вакансий, которые регулярно проходят в нашем городе, привлекают достаточно много жителей района. Некоторые из них пришли еще задолго до официального открытия мероприятия и внимательно изучали полный список предлагаемых вакансий. И вот все готово к приему соискателей. Руководитель центра занятости населения Белореченского района Валерия Королькова поприветствовала гостей мероприятия и пожелала им удачи в поиске вакансий. Я по специальности социолог-преподаватель, и какое-то время мне пришлось работать в сфере торговли. На данный момент хочу поменять сферу торговли и вернуться в образование. Поэтому надеюсь, что данная ярмарка вакансий мне поможет найти работу, которая будет приносить мне удовольствие, ну и, соответственно, доход. Как инвалид ищу себе работу. Но на данном мероприятии первый раз, хотя раньше тоже самостоятельно пыталась искать. Но, к сожалению, по состоянию здоровья пришлось предыдущей работой уволиться, а теперь я готова снова к работе. В ярмарке приняли участие 15 предприятий, организаций и учреждений района, в которых на сегодняшний день имеется 315 вакансий. По-прежнему в числе самых востребованных – рабочие специальности, в числе которых сварщики, электрики, водители, сантехники. Также всегда есть предложения для людей с медицинским и педагогическим образованием. У всех посетителей ярмарки вакансий была возможность пройти тестирование на профпригодность, по результатам которого специалисты центра занятости могли дать свои рекомендации по дальнейшему поиску вакансий или прохождению переобучения по подходящей специальности. Цель нашей ярмарки – это снижение уровня безработицы в нашем районе и непосредственно личный контакт работодателя с гражданами, которые сегодня ищут работу, которые нуждаются сегодня в работе, а также непосредственный контакт со специалистами центра занятости, работодатели, специалисты, которые помогают работодателям в поиске граждан, которые им сегодня необходимы на имеющиеся вакансии. Уже сегодня идет подготовка к следующим ярмаркам вакансий, где большое внимание будет уделено предложениям работы для людей с инвалидностью, а также в свете последних событий гражданам предпенсионного и пенсионного возраста. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.